Александр, вам подарок от вашего самого лучшего друга, Вячеслава Василевского. Вячеслава Василевского, кто не знает, посмотри. Видишь, он даже написал. Я у него, кстати, смотрел это. На канале у вас вышла же, да, такая тема? Да. Ну вот, посмотрим, это его биография. Глава девятая. Что? Девятая глава? Надо зафиксировано, да? Что девятая глава. В ответ планируется в будущем автобиография собственная. Слава Василевский книжку передал. Слава Василевский написал книжку и передал. Да. И там про меня, говорит, написано. Девятая глава, можешь пока посмотреть. У меня что планируется? Что ты пишешь?